Зажигательные танцы вместо семинаров и лекций. Студенты самарских колледжей показывают весь свой творческий потенциал. К фестивалю «Веснушка-2016» готовились несколько месяцев. Это творческая жизнь для собственного развития. То есть я участвую, это мне дает опыт в жизни, который я потом смогу применить. Студенческому фестивалю «Веснушка» исполняется 10 лет. В этом году участие в фестивале принимают студенты 9 профессиональных образовательных организаций Самары. Сейчас проходит первый этап конкурса, где команды показывают свои концертные программы. Второй – новый этап – конкурсный день для индивидуальных творческих номеров. Если у учреждения не получается собрать полный концерт, но есть ребята, которые профессионально могут заниматься и показывать свои таланты в тех или иных жанрах фестиваля, специально для них мы будем собираться отдельно, и жюри посмотрит эти отдельные номера. По итогам двух этапов сформируют список лучших номеров и определят победителей фестиваля. Они примут участие в гала-концерте, который состоится 25 апреля. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.